Приветствую. Сегодня пробежался на базар. Вот, нашел вот такой вот цилиндр. Пятипиночка. Скважина изрезана не очень под эту клюшку, не могу завести. Попробуем чуть другую. Уже не очень входит. Ладно. Такая вот ситуация. Так что он скорее больше по прочесам скрылся, чем попинало. Та елки 20. Подозреваю, что замочек, точнее цилиндр, не из самых сложных по пинам. Ладушка. Пауза и на разборку. Продолжаем. Колечко.
сторону. Смотрим плаг. Плаг красивый. Вот так. Пины еще лучше. Пины самые обычные. Никаких сильных проточек. Вот тут по низу только такая фасочка небольшая идет. На этом то же самое. Ну, ничего мудреного. Я так подозреваю, что драйвер пины будут такие же. Сторону пока. Бочонок. Пятый пин. Четвертый бочонок. Третий бочонок. Второй бочонок. Первый бочонок. В корпусе. В лузах нет никаких проточек, ничего. Никаких защит от высверливания. Пружинки. Вот такого. Ух ты, убежала. Пружинка. Так. Ну и бочонки тоже. Ничего необычного, ничего особенного. Всем спасибо.